Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Я продолжаю подробное описание сортов томатов, которые есть у меня в каталоге, которые я выращивала, о которых я могу вам что-то добавить, кроме той информации, которую дает производитель. Эти подробные описания помогут и начинающим, и тем, кто, может быть, просто впервые встретил этот сорт, узнать побольше о наших помидорках. Вот мы закончили на русских колоколах номер 35. Номер 36 – дубок. Высокая урожайность, устойчивость к фитофторозу, раннеспелость для открытого грунта. Раннеспелый сорт, период от сходов до начала созревания 85-105 дней. Растение детерминантное, высотой 40-60, плоды округлой формы, гладкие, красные, массой 70-110 грамм. Вкусовые качества хорошие, универсальное назначение. Это известный всем традиционный ранний сорт дубок. Ничего такого, что-то нового я вам сказать не могу. Небольшие плоды, 40-60 грамм, невысокий, можно выращивать без проблем. Посадил, минимум ухода, он не потребует, как крупноплодный, там, тщательного посынкования или чего-то. Низкий, мелкий, обыкновенный. Еще идет ранний земляк, он такой же. Сорт детерминантный, высотой 70-75 сантиметров, не требует подвязки и посынкования. То есть вы можете его просто посадить и забыть. Сорт ранний, созревание наступает 95-98 дней. Плод сливовидный, глянцевый, масса плода 60-80, тоже такой мелкий. В кисти до 15 плодов, урожайность до 18 кг, выше стандарта ракеты и сибирский скороспелый. Созревание плодов очень дружное. То есть вот про этот сорт, про земляк, что я могу сказать? Их будет много, но они будут мелкие. Никаких крупных плодов вы укрупнить не сможете. Все они будут маленькие, они будут обсыпные. Больше всего, конечно, используется для консервирования. Ну, а на первое время можно кушать и в салатах. Созревание плодов очень дружное. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте. Конечно, сорт земляк не нужно садить в теплицу, занимать место. Это именно вот грунтовые томаты. Через рассаду выращивается или посевом семян прямо в грунт. Пригоден для использования в свежем виде, для консервирования, устойчив к некоторым заболеваниям. Вот дальше с 38 номера мы начинаем понемногу укрупняться. Если там были 60-70 грамм, то тут у нас уже будут плоды и 200, и дальше, выше. Вот 38 сорт тройка, скороспелый сорт, 100-105 дней для открытого грунта и теплиц. То есть вот эти томаты можно высаживать уже и в открытый грунт, но можно вырастить и в теплице. Причем формировать куст нужно по-разному. Тут написано, в открытом грунте выращивают без посынкования, а в теплицах формируют в один стебель. Плоды плоскоокруглые, массой около 200 грамм, урожайность одного растения 3,7-4,5 килограмма. Но обычно дают на квадратный метр. Если на квадратном метре 3 растения посадить, то 13 килограмм примерно. Про тройку хочу сказать, я вам летом покажу очень урожайный сорт, но он мощный. Если вы его посадите в теплицу, он будет занимать много места. Он вверх, вот как индетерминантные сорта, он не пойдет. Он будет такой вот, он как сибирская тройка, как петруша-огородник. Он больше растет, как, ну, вот такие бывают, что мощные такие, в ширину растут. Но очень много плодов. Высаживать его, конечно, я вот всегда выращиваю в открытом грунте, лучше в открытом грунте, там места побольше. Выспевает прекрасно, урожайность очень хорошая. Номер 39, сорт Спиридон, это тоже для открытого грунта, ультраскороспелый, уникальный по холодостойкости сорт томатов сибирской селекции, куст низкорослый, высотой 40-50 см, штамбовый, не требует посынкования, плоды плотные, ровные, массы до 100 грамм, в рассаде не вытягивается, устойчив к заморозкам, хорошо переносит загущенные посадки, растение устойчивое к большинству заболеваний томатов. Сорт предназначен для выращивания в открытом грунте. Вот этот сорт Спиридон, это тоже чисто открыто грунтовский томат. То есть не нужно его садить в теплицу, он зря у вас там место займет. Он очень хорошо переносит холод. Он такой же, как толстоногий, у него такие листики плотненькие. Он такой типа, как демидов, но только поменьше куст, поменьше чуть-чуть, 100-граммовки плоды. Летом я вам покажу. Такие сорта, как Спиридон, не высаживайте в теплицу. Это мой совет. Не занимайте зря место. Они прекрасно на улицу. Это уличники, они прекрасно на улице вызреют. Это вот ранний такой на подхвате до созревания крупноплодных томатов можете вот эти сорта употреблять. Потом они идут на заготовки, на различные леча, пасты.
Номер 40. Сахарные пальчики. Превосходный раннеспелый сорт. 80-90 дней. Не требует подвязки посынкования. Плоды овальные, красные, сладкие. Не растрескиваются. Масса 70-100 граммов. Сорт рекомендован для цельноплодного консервирования и потребления в свежем виде. Вот из той же самой группы. Также ранний, также 100-граммовка, но только тот спиридон, он будет кругленький, а это вот вытянутые и сливовидные. Прекрасно смотрится в баночках, но в первые периоды, вот когда еще крупных нет, его можно кушать. Я вам потом его покажу, он у меня нынче растет на горе. Это сахарные пальчики, ранний пальчиковый томат. Так, вот с 41 номера с Батяни у нас пошли крупноплодные томаты. Вот эти томаты уже можно высаживать и в теплице, и в открытом грунте. Обязательно посынковать, обязательно подвязывать и обязательно следить за количеством стеблей. Так, номер 41 в каталоге – это Батяня. Очень удачный сорт сибирских селекционеров, сочетающий такие нужные качества, как скороспелость и крупноплодность, высокую урожайность и отличные вкусовые качества плодов от сходов до созревания 90 дней. Растение высотой 1,7-2 метра. То есть, представьте, этот великан у вас будет в теплице до самого потолка. И только поэтому в открытом грунте его можно выращивать, но будет сложно. Нужны или высокие очень колья, или шпалера, ну, высотой 2 метра, представляете? Выращивается в открытом грунте и в теплицах. Плоды сердцевидной формы с носиком. Очень гладкие, блестящие, малинового цвета. Масса 200-350 грамм. Плоды у Батяни сахаристые и сладкие. Период плодоношения длительный. Общая урожайность может быть до 17 килограмм с квадрата. Выращивать с посынкованием, с подвязкой в 1-2 стебля. На 1 метре размещается 3 растения. Обращайте внимание, что если первые... С 1 там, по 20, там, по какой-то номер, я вам говорила, что на метре можно разместить 4, 5, 6 растений, то тут уже только 3 растения. Вот сейчас вам покажу, вот на пачке, видите, какой красивый Батяня. Вот такой будет сердцевидный, красивый малиновый сорт. И про него хочу сказать. Вот тут написано 200-350 грамм. У некоторых Батяня вырастает до 700 грамм. Но это, опять же, при наличии плодородности почвы. Если вы удобряете его, если, ну как, при соблюдении, как пишется, при соблюдении всех агротехнических приемов. Он очень урожайный, очень вкусный, очень красивый, но потребует очень хороший уход. Посынковать обязательно, подвязывать обязательно, плоды очень крупные. Следить за количеством стеблей обязательно. Будет 3 или 4 стебля, он измельчает плоды, будут на каждом стебле там много завязи, и он уже не будет крупноплодным. Поэтому, если хотите вырастить крупный, следите за количеством пасынков, ну вот за всем, все это известно. Номер 42, гигант лимонный. Да, хочу предупредить, тут камера после скольких-то минут может отключиться. Если отключусь на полусловие, значит переснимать не буду, времени нету. Дальше буду продолжать в следующем видеоролике. Номер 42, гигант лимонный. Среднеспелый сорт для выращивания в пленочных теплицах и в открытом грунте. От сходов до начала плодоношения 110-120 дней. Растение высотой до 1,5 метра, мощное. Плоды ярко-желтого цвета, плоско-округлой формы, ребристые, крупные, массы от 250 до 700 граммов, мясистые, многокамерные, сладкие, самые крупные плоды могут достигать до 1 килограмма. Вкусовые качества отличные, плоды долго хранятся, среднеустойчивы к болезням. Свежие плоды отличаются превосходным вкусом, они идеально подходят как для употребления в свежем виде, так и для приготовления разнообразных блюд. Гигант лимонный, хочу сказать то же самое. Плоды крупные, обязательно подвязывать, обязательно посынковать, обязательно следить, можно вести там в один, в два стебля, но следить, чтобы много кистей и завязей не было, тогда плоды будут мельчать, и, конечно, вы не получите ни 700-граммовые, ни тем более килограммовые, если у вас будет все улеплено завязями, они измельчают. Но чем отличается гигант лимонный? Конечно, говорить нечего, желтые сорта, они самые сладкие. Это очень сладкий, сахаристая такая у него мякоть. И он еще отличается от своих собратьев желтоплодных тем, что у него обычно есть такой желто-оранжевый или чисто желтый цвет, а у него именно лимонный. Вот такой классический лимонный желтый-желтый цвет. Он отличается даже от других желтых, от такого, как медовый король, там есть еще желтоплодные какие-то.
очень хороший сорт. В открытом грунте у меня в том году вырос, весь вызрел. Есть видеообзор. Кто хочет посмотреть, смотрите прошлогодние видеообзоры, когда плоды уже были спелые. Вы увидите, как выглядит каждый сорт, который я описываю. Номер 43 «Бычье сердце». Ну, это, конечно, тут про него даже говорить нечего. Я просто прочитаю, все его знают, это «Бычье сердце». Один из самых популярных салатных сортов. Отличается крупноплодностью, отменным вкусом. Сорт среднеспелый, от сходов до созревания 105-108 дней. Плоды розового цвета, массой от 300 грамм до 1 килограмма. Любит плодородную почву с высоким содержанием гумуса, без избытка азота. Растение высокорослое, желательно умеренное посынкование. Урожайность растения 5-6 килограмм. Сорт устойчив к ряду заболеваний томата. Очень урожайный. Если 3 растения, например, на метр, то это уже 18 килограмм. Бывают крупные, конечно, очень вкусный, очень сладкий, но очень капризный. Вот здесь написано «желательно умеренное посынкование». Это не так. Ему нужно тщательное посынкование. Пасынки растут как сумасшедшие, израстает пасынками. Если он вытянет 2-3 пасынка лишних, плоды будут мельчать, никакого килограмма не будет, даже не будет 500 грамм. Будет весь увешан 200-300 килограммовыми плодами. Если для вас это не проблема, пожалуйста, оставляйте и 3, и 4 пасынка. Пусть растет, но обычно, традиционно, конечно, 1-2-3 ствола больше не надо, остальное удаляйте все нещадно, потому что пасынки очень быстро зацветают и образуется на них зависть, они вытягивают питание с основных вот этих вот кистей, которые первая, вторая, третья, будут плоды мелкие. Очень хороший сорт, но ленивым огородникам и занятым я его, конечно, не советую, потому что требует тщательного ухода. Нужно и плодородную почву, чтобы получить вот то, что заявлено, чтобы были и крупные, и сладкие, и вкусные. И нужно посынковать, нужно подвязывать, следить за ним. Номер 44 «Король-гигант». Крупноплодный сорт сибирской селекции, традиционно считается королем томатов, крупноплодный, урожайный, вкусный, плоды округлые, красные, весом до 1 кг, сладкие лёжки, хорош как для салатов, так и для зимних заготовок, растение индетерминантное, высотой 1-1,7 метра, в зависимости от условий выращивания. Урожай с одного куста достигает 8 кг, сорт выращивается и в открытом грунте, в теплицах, на 1 метр размещает 2-3 растения. Тут вы уже видите тоже, тут никаких ни 3, ни 4, ни 5 растений, тем более 6, 2-3 растения на метр, тогда у вас будут плоды и крупные. Этот сорт можно вырастить в теплице, этот сорт можно вырастить на улице, так как он сибирская селекция, он предназначен для вызревания в холодных регионах. У меня он всегда растет на улице, вызревает прекрасно. В прошлом году есть видеообзор спелых сортов, которые на улице поспели. В теплице сажу только 2 или 4 экземпляра, для, на крайний случай, на экстренный, для сохранения семенного фонда. Если град выбьет весь огород, чтобы остался на будущий год вот король-гигант. Очень крупный, никаких проблем, таких как вот с бычьим сердцем проблем нет. Пасынки растут пропорционально, ну как и у всех, там 1-2 в неделю удалите, придете через неделю, ну еще может 1-2 удалите. Не израстает пасынками, растение такое устойчивое, мощное, хорошее, с крупными красивыми плодами. Вот традиционный такой русский помидор, классический цвет, классическая форма, крупный, круглый, красный. Очень хороший и неприхотливый, не капризный. Советую всем, вот как если бычье сердце ленивым и занятым огородникам я не советовала, то король-гигант вы вполне можете вырасти. Вырастить проблем будет меньше. Он не очень капризный, хороший. Вот последнее сейчас воловье сердце опишу. Воловье сердце это как бы... Ну, бычье сердце, воловье сердце, тоже представитель сердцевидных томатов, тоже крупный, тоже вкусный, также требует посынкования, подвязки. Сейчас прочитаю. Среднеспелый сорт салатного назначения для открытого грунта, пленочных парников и теплиц. То есть, можете посадить в открытом грунте, можете посадить в теплице, можете просто, ну, как прикрыть пленкой, а потом открыть на лето. Растение полудетерминантное, высотой 1,20 м. В теплице будет повыше, конечно. Формирует кисть с 3-4 плодами, требует посынкования. Плоды конусовидные, розово-малиновые. В чем-то пишут конусовидные, но они как сердцевидные считаются. Массой 250-400 грамм и более. Очень сочные, мясистые и вкусные. Ценность сорта – крупноплодность, высокие вкусовые качества и товарные качества плодов. Рекомендуется для употребления в свежем виде.
Я вот на этом остановлюсь, и я хочу еще добавить, что вот эти вот описания, это я читаю то, что производитель пишет обычно на пачках семян. Вот что на пачке написано, то я читаю. Но от себя я всегда добавляю, если есть какие-то у меня как комментарии изменения. Вот, например, про бычье сердце написано желательно умеренное пасынкование. Я точно знаю, что он израстает пасынками и требуется тщательное пасынкование. И вот про все такие сорта дальше буду описывать. Иногда данные даются не очень правдивые. Например, пишут, что вот оно такое, а оно совсем другое. Если нет никаких замечаний у меня, и мое мнение сходится вот с рекомендациями производителя, то я ничего не добавляю, буду просто вам описывать. Но вот про воловье сердце тут тоже написано, рекомендуется для употребления в свежем виде. Хотя, как вы знаете, все томаты, они универсальные. Вот, например, первые плоды вы съели для употребления в свежем виде. Дальше пошли более мелкие кисти. Можно и на томатопродукты, и на лечо, и солить ломтиками. Я вот такие крупноплодные люблю в засолке. Просто на дольки разрезаю в банки, десертные всякие, которые... Ну, именно вот не просто там мелочь в банке, а такие, как закуски с луком, с растительным маслом, сразу делаешь готовое, чтобы зимой кушать. Так что, когда написано «рекомендуется для употребления в свежем виде», если я читаю, это не значит, что его нельзя солить, что его нельзя с него делать томатные соки, кетчупы. Все томаты почти у нас универсального назначения. До свидания. Следующий ролик будет начинаться с 46-го номера.